аккаунта, пока это, ну, пока не началась фаза и пока не начал плужить, блядь. Поезд, роль. Даже на оф. Я на оф. Оф, роль, типа. Оф. Кона ГЦ. Дима на ГЦ. Ладно, не надо. Использовать эту способность. Сейчас. Я трэш. Кто-то, если может, спекнуть из танк. Сейчас спекнуть. Я минутки, окей? Подождите, не пуляйте, сейчас бегать. Ну, еще один не помешает. Давай три. Давайте Вайда забьем.
Да, я его убивал этим варом. Я единственного, кого не подтянул, это Джерри у нас за АДК, короче. Ну, протоваром АДК тяжело очень убить. Там гуля. Дайте бафы, бедолом, ты тут? Три танка остается. Джерри, что ты берешь на сетом? Штаны или перчатки? Вар? Или ДК? ДК, ДК. Я 5 из 5 ношу. Того самого правого. Ты реликвии во время боя тоже меняешь, да? Чё-чё? Не-не-не, у меня нету просто льда на реликвии, у меня это стоит. Не, помню. Виталикуну реплика? Не знаю, да, сейчас это чувствую. Виталикун реплика, давай в ретрика. Бедолом, ты тут? Мне надо набирать кого-то. Да, лечам займи. Я покорил локоть. Дайте шкаф. Скажи Дауну, если он не будет стакать, короче. Я буду очень нервничать. Пишет, что инста полная. А я знаю. Бедолом, можешь ты пешнуться? Что ты поняла? Вот же вар, да, целка стоит. А ещё идёт уже. Не заливал видео, они еще лежат на харде. Тыкните на сумон. Тыкните на сумон, ну чё я жду сумона, 20 человек, 4 человека в рейде, никто не тыкает. Ма, поставь фрину. Че я тут? Джерри, он лук не фринут. Зачем тебе фрину? Боежка упала. Чек. Какого я босса? Диплом, ты тут? Все, все готовы, погнали. Короче, ты поставил. Поменяем. Так, если каплю надо, говорить. Три танка танчит. Не должно быть проблем, разбегайтесь по ренжу, что вас не убило. Кого, кто умирает, 500 гп, мне все равно. Это вы, значит... Плевать хотели, что я говорю, набрать раньше. 500 гп кто сдыхает на выхре, мне все равно. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. Прольется кровь. Смотрим выход, скоро нужно будет разбежаться, набрали раньше дистанцию. Бьем босса дальше. Валанара, Брутелла подведи ближе к Талдорам. Сейчас еще раз надо туда разбежаться. Ух, разбежались. Видите ли, это точечно. Точечно.
Ранка в центре. Идите бейте этого Валамара, мой Тогдорам. Эти герды вообще. Зачем ты отводишь войт, блядь? Ты тупой? Блядь, ты видишь воронка вообще? Моя тупая стояла, я ж не остался стоять. Я думаю, ты не умеешь. Помогите со сферой, пожалуйста. Отвожу, значит, надо. Торам, Валамар, готовимся. Сбегаться сейчас надо будет. Раньше набрали. Идем дальше. Можно брать. Кинетика упал. Охренеть. Ну а там кинетики, я не умер на них. Че там, танки упали? Там кинетика упала. Добивайте так. Белина только прохильте. Белина прохильте, Брутелла прохильте. Хилы, вы чё? Прикольно. Блин, лови боссов. Бейте или сета, там 1,6 миллионов, а 3 ДД есть. Кинетику бей. Два ханта и упала кинетика, я просто в шоке. Ну, диплому в первую очередь ГП. Разряжайте вас, мало тут сейчас будет прошибать. Во, интересно меня. Я ближе всего к дверям. Пятое. Спасибо, папирос. Сейчас будет ГП, да? Миллион ГП, да. МК Плащ. Зикс, я на офспек ролю. На оф рольте, если танкам не надо. Дракон, а сколько тебе офспеков? Ты взял на кота ремень, теперь танк. 3-4, чтобы я знал. 4 офспека, ага. И ты на все ролишь. Не, спросил просто. Роль кет.
Типа крутая. Контролить будете что-то, ШП? Контрольте перед моим оба. Давайте лапу. Рыды. Пафли филопа. Я понимаю, что не можешь. Там еще много рыдых. Аркон, пафли лапу, пожалуйста. Аркон. Да. Ребята, слышите, кто знает, сколько селивана по штуке стоит волка плащ? Это с ловкостью которой? Да, да, да. Охерево знает, братан, честно. Это там паладины, кто бафает кулаки, там варом вы не бафаете уже, ну... Кучу времени кулак, короче. Я на профи обновил все криком на АП кулак, короче. Ну, ребята. Это какая-то дрожь. Вот этот Animal Jazz, я просто не понимаю, вот... Ну, твой этот, ну, прикол, что ты ролишь весь мод подряд, который тебе априори, который, ну, ты спеки, ну, не играешь ими. У тебя есть два спека определенных, которыми ты в данный момент играешь. Зачем ты ролишь все подряд, берешь, ну, у людей, которые, возможно, ну, вторым спеком могут ходить куда-нибудь? У меня, как бы, Ваня, нету там двух-трех друидов, чтобы на разные спеки там ролить. У меня есть только один друид. Ну, если еще одного. Да, не надо. Смотри, я тебе объясню, да? Вот у меня капа фуловый протопал и ретропал, да? У меня там есть почти, ну, бис холипал, я его собрал с кугами, но я с гильдии на него ни одной шмотки на хила не взял. Который, ну, которая нужна была на успех, я ни одной шмотки не паролил. Потому что воин вот. Уже поладил. Знаешь как, пожалуйста? А тут не суть, потому что воин холипал одевал, тут суть в том, что, ну... Типа, ну, что эти шмотки нужны другим людям, они им приоритетнее. А, ну, есть люди, которые просто дурнороливают этот шмот, а потом у них в сумке лежит либо в банке. Ну, я этого никогда не понимал. Это, мне кажется, тупость. Ну, есть, которые меняют спек. Ну, и опять же, если бы в рейде кому-то нужны были на мейн, да, то они бы забрали в приоритете, а не он на лох. Пятый шаман пришел. Не, ну смотри, вот, объясняю ситуацию, да? Я хожу протопалом, да, вот, мейнфреймом. Танки идут, танки пошли. Подыкай, Дим. Я тебе после лана объясню кое-что, вот. Yeah.
короче, ты где? Когда два человека стоят в мелизоне, нужно в априори сбегаться к ним, а не они к тебе должны бежать. Да. Ты сейчас дашь антифир на цель, которую я скажу. Гигант, два антифир. Коп. Центр, уйдите. Тролля, беги. Бегите с фактом. Пятенька будет. Смотри, Вот, я тебе объясню кое-что. Я собираю хулипалы, да, вот, ну, на майфрейме. Ну, я хожу танком, поскольку протопалов не хватает, да, в гильдии. Вот, идет вар, короче. Я иду с ролом на хулипалы, потому что я хочу одеть хулипалы. Вот, идет вар с гильдии, который этот самый. Ну, который ролит, ну, ролит тебя на успех, которого у него даже нет. У него там какой-то варабос, ну, армс обоссанный. Но он ролит на успех, и оно потом просто у него лежит. Есть люди, которые ходят, танчат потом. Ну, это, ну, не только про щит, я вообще, в общем, как пример просто привел. Понимаешь? Мне все равно, типа, в принципе, знаешь. Вот, ну. Я понял. Сейчас-то Аркона, получается, ну, зашла речь-то про него. В данном рейде кому-то шмотка нужна была на мейн, и он ее забрал на офф у того человека, или как произошло, я чуть не помню. Не, ну просто не, он ролит, ну, я к чему веду, что он ролит на офф-спек, которого у него даже нет, понимаешь, он им не играет. Типа, ну. Так в случае, если в рейде шмотка никому не нужна, почему бы не отдать ему? Он же сделает спек и будет играть. Ясно, короче, ну. Ну, Вань, помнишь, я говорил тебе пару боссов назад, что ты тупой? Не, ну, ты не прав, мне кажется. Вот он. Короче, тебе не понять. А что ты понимать надо? Я говорю, шмотка не нужна? Да, пускай играет. Блять, вот это ты в натуре. Короче, вот все. Я тебе, ну, как тебе объяснить? А зачем? Зачем тебе судить про человека, будет он играть или нет, будет делать спектр или нет? Объясни. Да, ну это его дело, но смысл в том, что есть люди, которые в априори, если я вижу, что человек
Ну, ролик, ну, будь, который ходит танком, например, в РС, блин, пишет, что он ролит на танка, я вижу, что он на ту... Я выше по ПР там понял, ну, типа, чтобы... Дашки, дайте звездочку. Звездочку, да. Звездочку бей. Жалкие создания. Звездочку вытянешь, брутал. Ну молодец, вот красавчик. Чё? Я вот перекинул меня, блядь. Тяните нас к нам. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Серебряного Круга. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно. Зачем это делать? Кто это делает? Элим, Сова, вы че нах? Пашечку накинуть по 500. Господину, кто из нас может называться чемпионом? Я для входа стою, я не мог это сделать. Может быть, ты прав. Пурыч, да, гром и молния. Пурыч, как дела? Стка, ГС, взял тебя, пожалел, ты такую парашу тут вытворяешь. Что это за параша? Попарываться решил, да? А где вы уже? Длинноухий, Гейт, Диккада хилят Вальку, а Аркона и Миншун на рейде. Есть кого-то холипал еще? Дима, спекнуться в танк. Не надо. Есть кого-то холипал какой-то или что-то еще в рейде? Ну если нету, тогда три шамана вы втроем хилите Вальку. Звездочкой будете летать. Они должны захилить. Чек на бафы готов. Погнали. Иди только проедь. Аркона или Вайт. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения.
Охренеть, это приоритет. Подними сладенько. Лень, приоритет. Наверху это турнир. Убейте мага. Подними носка. То я? Подавление приоритет. Приоритет. Приоритет справа. Песенки, аферист. Пробивайте роль. Да,
Здорово. Всем. Шевроль. Дима тут? Нет? Нет, слышно? Угу. Реали, что ли? Рейд, что ли? Сок, ты тут? Я тут. Прицел тут. Карпецка, ты тут? Далом, ты где? Андрей, как дела? Совсем дробоши! Скорей! Остановите их! Отдущать буду. Там ты спульте трэш с Индрой. Бля, Пурыч, еще раз это задамажишь, я тебе накину 1000 гп, заебал, нахуя ты это делаешь? Дима, есть лот для батьки тут? Сейчас походу будет, тут нас шаман 5.9 какой-то хуйней страдает. Он, наверное, посмотрел гайд от Филина по Элегу, слышишь, Димон? В натуре, когда хочу угорнуть, включаю гайд Филина, бля, на ютубе. Бля, слышишь, Ваня, если бы я снимал гайды, меня бы все лайкали. Мне дали 5к минут мута за то, что я назвал от него модератора Марзоты. Нормально, нет? ВРК? Волчат, нахуй, назвал. Он мне на прицел бьет мут 30 минут за мат. Я написал, что я ебашу. Вот. И я захожу и говорю, 5 какая-то Марзота дала 300 минут за мат. Он мне 5к выдает. Ну все, 5к минут, все верно, бля, что ты хотел, бля. Если бы ты меня назвал мразотой, я бы тебя вообще в перманент забанил. Я бы просто, не знаю, ВРК бы разъебал эту чушку, нахуй, которую мне дал. За что, блядь? То, что я зашел за другой АК, откуда он знает? Этот самый, слышишь? Нет. Сижу, я слушаю. Пой на ЦЛК-25. Ходит прицел с какой-то проблемой, которую ну никого не волнует. Для ты написал в чате мат, тебе дали бан. Зачем ты заходишь на другого персонажа, опять говоришь, какой-то мерзота мне дала бан. Зачем ты это делаешь? Ну, блядь. Здесь это абсурдно. Это все бессмысленно. Олег это понял, короче, блядь. Ты понял, Ваня, что... Ваня, смотри, у него такой же додик в гильдии сидит, нахуй. Только прицел заходит, пошутит неудачно, он ему, блядь, мут, бан, пожалование. Не, тут смысл, знаешь, в чем прицел? Что, ну, типа, я в свое время был такой модератор, USB, Сабри, я их тоже матом крыл, но при том у меня на вебмане постоянно там лежало 40 тысяч, 50 тысяч рублей, короче, я просто снегнал, писал, что они там гомики, педики, они меня банили, а я сразу разбанивался и дальше снегнал. Мне было все... Я конкретно никого не оскорбил, сам факт просто, ты берешь мут, нахуй, прицел, блядь. Нет, ты нарушил, ты нарушил, он этот самый, ну, типа, он правильно, он адекватно отреагировал. Типа, понимаешь, есть ситуации просто такие, например, блин, когда меня забанили, вот, в натуре, когда я их начал в натуре обсирать, волчат, это когда тип меня послал матом, и я ему ответил так же, и мне дали бан, а он дальше продолжил писать чат, потому что он с Сабри сидел в скайпе, короче, они там общались.
Вот, и типа, ну, потом Сабри, ну, через некоторое время вышло так, что я тоже сидел там, Сабри, я, еще один человечек, ВРК такой, Верона, вот, и этот самый, и, ну, этот признал, что был неправ в тот момент, типа, ну, типа, суть не в том-то, короче, суть в том, что, ну, если написал херню и тебе дали мут, то закрой рот и сиди тихо. Я за 5 разных аккаунтов напишу, что они пидорасы, если мне дали мут. Да. Ну, и пускай тебе вообще дадут перманент, и сервер задышит свободнее. Блять, вообще похуй, не дадут перманент. Смотри, вот как вот меня кикнул, блять, в гильдии там. Он не может кикать. Понизил звание. Кикнул с РК. Ну и чё, блять, изменилось что-то? Нет, я захожу и так же играю, блять. Понимаешь, в чём дело? Мне дали 240 дней. Короче, всё, похер, всё. Не, это, не выноси, Андрей, всё. Давай, заминай. Нет, Вань, смотри, мне дали 240 дней за просто так, нахуй. Это нормально? Андрей, мне всё равно. Хоть перманент, мне в натуре. Станьте в квадрат и уберите тотем, пожалуйста. Станьте в квадрат, уберите тотем, спускайте с андербаса, захиливайте. Убери тотем, чьи тотем? Бедолом, ты тут? Дима, если что, я присыну в рейд, кем надо. Давай, заходи, кем ты кем хочешь, мне все равно. А кто нужен по рейду, да? Ну, можешь зайти, каким хочешь, мне все равно, зайди, тут все есть. Тресните, чаран. Давай, зайду этим прицелом, блядь. Два плюса в чате, Дима. Ну все. Прям ты тут? Тыкните на это. Дайте сейчас ШП сразу фулл баф, каску, пристабаф, инту и лоб. Смените танки шмот, фрост. Обновите фласки, кто не обновлял. Поставьте рыбку, похавайте рыбу. Жился, поставлю, кому надо будете починить, починитесь. Я крылогнуся. Жился возле квадрата. Точнее. Тифу баф по вечерам, у это Эль. Сейчас знаю, что тут есть некоторые люди, которые любят умирать на притяжке, так что я накину по 500 ГП любому, кто сдохнет на них. Чек на баф и готовность. Это в ваших интересах. Отбегать, следить, не пить чай, посидеть 5 минут в экран от притяжки. Папироса, ты готов? Тут талик падает, так что кому-то прилетит 500 ГП, он прилетит после боя, а потом я буду разруливать талик. Все готовы? Начинай. Нихуя ты жесткий. Потому что меня это бесит, что кто-то рвет жопы, а кто-то себе просто там сдыхает и все хорошо. А потому талик, я врываюсь с паролю, а ты лежал весь бой. И какого фига тебе отдавать талик? Погнали. Бля, я вчера то же самое говорил на Синдре, кстати. Ваня, ты тебя кидал с Джерриона. Ну, притяжка. Отбежали.
Грядка наверх, смотри метки Аркона, обход, и пожалуйста, пофиг на твои стаки, я в метке, смотрите, где падает, метки до 200 тысяч добиваем, до 200 тысяч. Смотрите, где падает, говорите, где падает, метки до 200 тысяч. Слева близко. Справа, перед глыбами, смотрите. Все, глыбу, за которую рейд не бить. Справа далеко, справа далеко. При экране подбивайте глыбы. На ступеньках смотрите аккуратно. Все, разбивайте все глыбы, речь так. По звездочке заиграйте. Идем, босс. Притяжка. Беги, малыш! Бежал. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Теперь бессильно! Как ты можешь ложный выпад прожимать и не отбегать? Смотрим метки. Тюнис, Пурыч, как всегда, Меньшун или Сандал, по аферист. Магов заход, эти маги на себя все, киньте щитман. Кикинули справа на лестнице. Слева, ближе к центру. Между склепами и бля, пиздец. Чё я нажал? Простите меня, я нажал случайно рабочий стол номер 2. Аркон, дай резко, Джонс. Вставай. Типа, ДК фулбаф. Сторону, давайте Геру. А теперь почувствуйте всю мощь господина и погрузитесь. Сторону, РДД разбивайте. Там нормально, хилы хилят. Три хила. Скерца в сторону. Еще под босс. РДД разбивайте. Под босса воет в мишку дубовую кожу, милики ушли. Разбивать, не разбивать. Давай им стаки. Отбежали, холл. Следующую в сторону, гигада в сторону, РДД разбивайте. Под босса. Сердце под босса, мирики ушли. И мирики. Бода ей не дышу. Разбивайте. И на прохильке. Еще в сторону. В сторону. В сторону. Да, разбивайте. Еще под босса будет притяжка. Поднимай длину. Май, под босса лампуа. А кто это? Хлопок был, да? Зергайте босса, зергайте босса. Уйдите только от притяжки. Бери на прохиль. Иди забери босса. Эй, в сторону.
Идите в сторону. А кто хлопнул в рейде вообще? Дима, Дима, я хлопнул, извини, пожалуйста. Какого хуя, Андрей, ты это делаешь? Я выбежал, ебать, я случайно. Смотри, где я умер. Мне похуй, зачем ты хлопаешь? Ты понимаешь, что я убиваю Синдру не как Пуги, не как наша гильдия? Я ее убиваю за 6 минут, мне не надо этой параши. Бля, как ты меня бесишь сейчас, бля, я в ахуе, бля. Расписал тактику, остался 2 миллиона, перешел, хлопнул в рейд. Ну нахуя? Я первый в рекаунте зато. Мне похуй, что ты первый в рекаунте. Ты говно, слышь, прицел. Ты говно, а не нормальный пацан. Че бы ты войск, там на меня не базарил, ты вайпаешь рейды и задерживаешь людей. Ой, пакет, смотри. Четвертое место, блядь. Хуйсос. Я не буду его слушать. Спасибо всем. Таких людей я не буду слушать. Соглашайтесь со мной или нет, но я не буду слушать его. Пускай он сидит в рейде, но мне похуй. Не, ну вот, какой бы ты уёбок не был, но здесь я стану на твою сторону, блядь. Ну и правильно, потому что, ну, то, что он делает, блядь, это, ну... А потом он говорит, я нормальный пацан, а ты хуйня, нахуй. Он просто не слакает порфи, бой. Дайте футбол по рейд. Я бы его кикнул здесь, 24 убил на твоем месте. Дайте кавку. Сейчас, я всем бабку. Выбежал и убил всех хилов нахуй, 10 дд, блять. Тупой пиздец. Давай, запускай, братан. Не берите прицел с таких, пример с таких людей, блядь. Тяжко, отбегай. Беги, малышка, беги! Вы чё трепещите, смертные? Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Здесь ваше вторжение и огонь! Смотрим, глыбы падают. Метки. Брутелло, диплом, блампал, у нас Сокс, папиросы, Виталий Чан, давайте вниз. Да, кинь на эту метку, два танка в этой глыбе. Справа падает. Справа падает. Слева далеко. Ебейте, то еще стоим. В центру падает. Да, тут классно я разбил ДК, да? Батя. Левую разбить.
беги! Бежал. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти трепещите, смертные? Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Смотрим метки. Я в метке, смотрите, где падает. Смотрите, где падает. Слева по центру, близко, перед глыбами ДК смотри. Туда же. Куда не бейте, за которым лежит. Слева далеко. Да, по центру слева. Сбивайте склеп речь. Пай Геру Шаман. В ту сторону. Гекада в сторону. Питер, да-да. Еще под босса. Белина прохиливаем, скидываем стаки. Меншун под босса, себе зубы ушли все. Милики ушли. Скидывайте стаки. Не разбивать. Ровно заморозился. Вижу, не надо комментировать все это. Ты в сторону, длинноухий в сторону. Сразу разбить, сразу его разбить. Шум гимн на хп, пой. Пущу под босс. Просто под босс. Скидывайте стаки. Рами, что ты делаешь? Еще в сторону. В сторону. В сторону, РДД, разбейте его. Еще под босса. Мирики ушли. Под босса, мирики. Не-не, иди в сторону, папироса, давайте, бейте босса. Свободно. Все надо кому? Я задеваюсь. Сейчас все, спек.